На часах начала второго. Это программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня мы выслушаем особое мнение депутата Кировской городской думы Алексея Кузьмина. Алексей, добрый день. Добрый день. Традиционно в начале передачи напоминаю слушателям о том, что на сайте kirova.ru, это сайт нашей радиостанции, есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. И кроме того, есть там форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Еще раз предупреждаю, телефонные звонки мы в рамках данной программы не принимаем. Сразу же, Алексей, знаете, хочу с вами обсудить законодательные инициативы, которые, правда, не в городской думе возникли, а на уровне областного заксобрания. Ну, во-первых, чиновники с судимостью не смогут быть членами правительства. Законопроект разработала областная прокуратура. В этом документе предлагается расширить список должностей, которые нельзя занимать людям с судимостью. Сейчас это председатель областного парламента, его заместители, председатели комитетов, руководство контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии, ну и так далее. Предлагается расширить этот перечень за счет заместителей председателей правительства и других членов областного правительства. Ну, правда, не поясняется. Как вы думаете, людям с судимостью место в органах власти на уровне области, региона, города? Мне кажется, эта инициатива является трендовой и, может быть, даже технической. В каком плане? Что, ну, естественно, человеку с судимостью нечего делать в областном правительстве. Неважно, какой бы высокий пост он ни занимал. Мне кажется, инициатива правильная, она должна быть поддержана. И все-таки, еще раз повторюсь, скорее всего, она носит технический характер, потому что эта инициатива трендовая по всей стране. То есть, с федерального уровня, да? Я думаю, что да. Спускаемые внизу. Ну, а если человек искупил свою вину, раскаялся, возместил, там, предположим, возмещенный ущерб, он хороший руководитель при этом. Ну, почему бы не поработать? Я хочу так возродить. Или все-таки нет? Вот принципиально нет? Нет, в этой ситуации, к сожалению, я не читал данную законодательную инициативу, но, скорее всего, там речь идет о судимости действующей, то есть не погашенной. Если судимость была погашена, то, скорее всего, этот барьер снимается. Еще один законопроект у нас в областном парламенте возник. Его предлагает фракция ЛДПР. Говорится там о том, чтобы лишить депутатов возможности передавать свой голос другому коллеге в случае отсутствия на заседании по уважительной причине. В общем, речь идет о том, чтобы депутаты голосовали по доверенности. Нет народного избранника, а голос его все равно учитывается. Потому что неоднозначная ситуация, неоднозначно к ней относится. Ваше мнение? Запрещать, не запрещать? Мне кажется, депутат на то и депутат, что он избран своими избирателями. Он представляет интересы. Если мы говорим о заксобраниях, это 45 тысяч избирателей. И, соответственно, он голосует и он принимает решение в областном заксобрании, исходя из интересов 45 тысяч человек. И передавать свое право голоса какому-то другому депутату, за которого голосовали совершенно другие 45 тысяч человек, если мы хотя бы говорим об одномандатных округах, то, мне кажется, это неправильная инициатива. Депутат – это представитель своих избирателей, он должен голосовать так, как считают его избиратели. Для этого он должен держать обратную связь, он должен мониторить мнение и чаяние своих избирателей и передавать по какой-то бумажке свой голос, я считаю, что это неправильная инициатива. На самом деле, эта идея не первый раз уже возникает, она и раньше тоже появлялась и обсуждалась, и в числе аргументов за то, чтобы оставить это голосование по доверенности, были слова о том, что многие депутаты работают в районах области, в отдаленных районах области, и очень трудно выехать, ввиду тех же погодных условий зачастую. Не аргумент? Мне кажется, это совершенно не аргумент. Почему? Во-первых, если в качестве аргумента выдвигают какую-то стоимость выезда депутата из района в Киров для голосования, то это не аргумент, потому что депутатам возмещаются транспортные расходы. Поэтому, мне кажется, это всего лишь оправдание, то, что нельзя найти половину дня даже приехать на пленарное заседание парламента. Мне кажется, это бред, и ни один депутат даже не имеет морального права выдвигаться на выборы, если он не готов публично в парламенте отстаивать свою точку зрения, отстаивать точку зрения своих избирателей. Если у тебя нет времени принимать участие в политической, и публичной и общественной работе, коим является депутатство, то и нечего и в списке, и в одномандатнике заявляться. Кстати, накануне я
прочитала новость о том, что якобы депутатам Госдумы дана устная рекомендация не слишком активно пользоваться служебным транспортом, не уезжать на нем, на этом транспорте, далее 50 километров от Москвы. Ради экономии, видимо, да? Нечто подобное, что-то нужно у нас вводить на уровне такого общего урезания. Немножко тут разные ситуации. Имеется в виду, что как используется служебный транспорт, лишь бы этот транспорт не использовался в личных целях, не развозил детей в детские садики, не отвозил чиновника или его жену в спортивный зал и тещу в магазин за покупками. То есть здесь надо поднимать вопрос об эффективности использования служебного транспорта. А запреты на выезды служебной машины куда-то за пределы Кировской области, мне кажется, это достаточно оправданная инициатива. И я не думаю, что машина с номерами АКО должна находиться где-то в Свердловской области, неважно по каким целям туда чиновник уехал. Есть самолет, есть поезд, есть служебные оплачиваемые как командировки. Все-таки на служебном автомобиле дороже будет доехать. Хорошо, в ОЗС мы еще вернемся, чуть позже поговорим о нем еще. А теперь все-таки хочется сосредоточиться на Кировской городской думе, депутатом которой вы являетесь. Напомню, что 5 октября, чуть больше месяца, уже прошло с момента избрания на пост председателя Кировской городской думы и главы города одновременно Валерия Владыкина. 12 октября он вступил в должность, была инаугурация. Вы знаете, вот за это время я что-то не нашел большого количества интервью Валерия Владыкина. Ну вот, в частности, на глаза мне попалось интервью, данное им изданию «Репортер». Последний вопрос в этом интервью: что вы можете пожелать себе на посту главы города? Владыкин ответил: оставаться самим собой, слышать людей, прислушиваться к советам и принимать верные решения. Ну, наверное, на его месте я тоже точно так же, наверное, как-то сформулировал. Видели, кстати, не видели это интервью? Да, я читал. Видели? Да, да. Не сложилось такое впечатление, что это говорит Владимир Васильевич? Нет, не сложилось? Нет, не сложилось. Нет? Или вот что-то самостоятельное в этом есть? Вы знаете... Я уже подвожу вас к ответу на вопрос, да, как вы оцениваете нового городского главу. Я понял. Ну, в том, что Валерий Владыкин не дает сейчас большое количество интервью, я думаю, может быть, есть и некая техническая причина, то, что Яна Страузова, пресс-руководитель в Кировской городской думе, перешла на работу в ЗАГС Собрание. Соответственно, кураторство над СМИ, может быть, скажем так, было в какое-то время потеряно, поэтому и интервью, может быть, не так много. Это всего лишь, что касается количества интервью. Алексей, подождите, прерву. Так. Я давайте с самого начала начну, простите за косноязычие. Вы голосовали за Владыкина? Сейчас я поясню. Давайте. Значит, я свой голос не скрываю, хотя голосование было тайное. Я голосовал за кандидатуру второго предложенного человека, это господин Лепотников. Почему? Сейчас я аргументирую. Значит, на нашей фракции «Справедливая Россия» в городской думе вместе со своими коллегами по КПРФ мы обсудили такой момент и такой нюанс негативный, как мы считаем, что в кадровом вопросе, а именно в таком очень важном кадровом вопросе, как избрание главы города Кирова, мнение оппозиционных сил и оппозиционных фракций не то что не учитывалось, нас даже не уведомили о назначении и о предложении новой кандидатуры главы города Кирова. Да ладно. Мы даже не были уведомлены. То есть в этой ситуации мы считаем это неправильно. Есть некие площадки, на которых представители всех фракций обсуждают инициативы Кировской городской думы, например, Совет думы. Так вот, не был созван совет, не были приглашены руководители фракции. А это по регламенту должно быть? Ну, по идее, это не то чтобы должно быть, но я считаю, что стоило бы провести совет ради такого важного вопроса. По регламенту это не должно быть. Но, тем не менее, мы считаем, что нас, как оппозицию, не спросили, нас не уведомили, и мы выступили против избрания
главой города Кирова Владыкиным только по этой причине. Поэтому я лично голосовал за оппонента, скажем так. Ну, все мы прекрасно понимаем, что технического оппонента. Напомните, господин Лепатников, это... Депутат Кировской городской член думы фракции... от Единой России. Единой России, да, то есть было два кандидата. Точно так же, когда утверждались и предлагались кандидатуры на пост заместителя главы города Кирова, также оппозиционные фракции никто не спросил, не посоветовался, не уведомил. То есть мы считаем, что такая политика, она неправильная. Мы считаем, что у нас тоже есть избиратели, а в городе Кирове у нас избирателей достаточно много. Мы представляем весомую политическую силу. И не спросить нас и не уведомить хотя бы нас, это означает, что не спросить и не уведомить несколько тысяч, десятков тысяч жителей города Кирова. То есть это вот моя и позиция, и позиция нашей фракции. Мы ее озвучивали и считаем до сих пор, что... Так в областном или в городском парламенте поступать не следует, потому что таким образом ущемляются интересы избирателей. Ну, так или иначе, 21 голос из 27, как сообщили СМИ, Владыкин получил на этом голосовании и стал главой города. Эту тему мы еще немножко продолжим, но после небольшой паузы. И сегодня это особое мнение депутата Кировской городской думы Алексея Кузьмина. Мы продолжаем. Возвращаясь к интервью данному Валерием Владыкиным, изданию «Репортер». Вопрос. Какие проблемы сейчас существуют в городе? Какие из них необходимо решать в первую очередь? Ответ. Сегодня городское хозяйство находится в том виде, в каком ему позволяет быть имеющееся финансирование и возможности развития. Я революции не планирую. А возможно ли они? Революция, как резкий рывок в развитии городского хозяйства. В Кировской гордуме сохраняется команда единомышленников, которая продолжит реализацию всех нынешних программ и проектов. Ну, в общем... И так далее, все в таком духе. Вы знаете, к Валерию Владыкину я отношусь с достаточным уважением. Это человек-специалист, это человек-профессионал. Он долгое время был в системе здравоохранения, возглавлял одну из крупнейших больниц в городе Кирове, шестую, да. Поэтому с точки зрения его управленческого потенциала и навыков администрирования, мне кажется, этот человек будет справляться с должностью главы города Кирова, коим сейчас он является. Что касается какой-то революции в системе городского хозяйства, в благоустройстве города Кирова, то в ближайший год она действительно не предвидится. Почему? Потому что дыры в бюджете настолько громоздкие и настолько бездонные, что какой-то существенный вклад в развитие инфраструктуры, систем городского снабжения, мне кажется, невозможно осуществить быстрыми темпами, потому что износ этих же коммунальных сетей зашкаливает. По многим сетям износ больше 80%. Дороги находятся, 82% асфальтовых дорог находятся в неудовлетворительном состоянии, естественно, не дотягивая до ГОСТовского. Поэтому навести порядок в системе городского хозяйства можно только какими-то нетривиальными шагами, какими-то радикальными методами, в том числе необходимо увеличивать доходную часть бюджета. Мы бесконечно говорим о расходах. Ну, это то, например, о чем сейчас говорит временно исполняющий обязанности. Да? Точно такая же ситуация в городе Кирове. Мы постоянно говорим о расходах бюджета, что городского, что областного. Но в то же время мы постоянно забываем о доходной строке бюджета. Необходимо навести порядок в системе налогообложения. Вопрос заключается в том, как навести порядок в системе налогообложения. Если ужесточить санкции налоговой инспекции, то это вызовет массовое возмущение предпринимателей и переезд, перепрописка в другие регионы, чего мы сейчас и наблюдаем. Больше 300, даже 400 предприятий, по данным этой же налоговой, были за последние два года прописалось в соседних регионах. Вы представляете, что такое 400 крупных и средних предприятий, которые ушли в соседние регионы? Для нашей налогооблагаемая база в большей своей части уходит в соседний регион. А все почему? Я со многими бизнесменами общался, и многие высказывают одну и ту же свою позицию, что мы недовольны инспекциями различными, в том числе налоговые, ветеринарные, трудовая инспекция, Роскомнадзор и так далее. То есть достаточно много
проверяющих контролирующих органов, которые вынуждают малый, средний или даже крупный бизнес менять свою прописку. А это негативно сказывается на бюджете. Это... Давайте сейчас поясним, почему меняется прописка. Потому что там этого нет. Там с этими инспекциями можно договариваться. Ага. В рамках правового поля, естественно. В хорошем смысле. В хорошем смысле слова, да. Не в конвертах ничего. Естественно. А в Кировской области, ну, как мне говорят знакомые бизнесмены, договариваться бывает очень тяжело. И разные санкции, штрафные санкции в том числе, они вынуждают это делать. Ну, надо навести, улучшить инвестиционный климат, что в Кирове, что в Кировской области. Если мы изменим климат, скажем так, инспекций, проверяющих, контролирующих органов, то, естественно, и инвестиционный климат должен будет поправиться. Это повлечет за собой приток определенной части инвестиций, это, опять же, рабочие места, это, опять же, налогооблагаемая база, это, опять же, пополнение кубышки бюджета. Алексей, в последнее время мы все слышим новости про бюджет региональный, вот 31 октября как раз общественные слушания были. Что сейчас с городским бюджетом? Поясните, напомните, пожалуйста, многие не знают. Проект уже есть на следующий год? Проект бюджета на следующий год городская администрация подготовит к следующему заседанию городской думы. Который вот в ноябре который будет. В этом месяце будет, да. То есть проект мы еще пока не видели, но часть пунктов мы уже, скажем так, понимаем и осознаем. Да, но я хотел об этом спросить. Какую позицию будете отстаивать? Мы знаем, что бюджет сокращается по сравнению с предыдущим годом на один с лишним миллиардов. Мы знаем, что дефицит бюджета сохраняется примерно на том же уровне, 400-600 миллионов рублей. Мы знаем, что этот же самый дефицит будет восполняться за счет кредитов в коммерческих банках. Под большой коммерческий процент? Ну, соответственно, под определенный банковский процент. Угу. Он, естественно, не ниже, чем для любого предприятия или для любой структуры. Соответственно, проценты, переплата по этим процентам будет существенной. И это происходит из года в год. А вам известно уже вот этот миллиард экономии, он из каких сфер-то, из каких... Да там не экономия, там сокращаются... Ну, сокращение, вернее. Да, сокращаются доходы, соответственно, сокращаются расходы. Расходы на что? Какие позиции, мы еще не знаем. Угу. То есть точного проекта бюджета мы еще не видели. Как только увидим, мы, естественно, будем мониторить всю расходную часть бюджета. Мы будем смотреть те позиции, которые можно секвестировать, те позиции, которые необходимо, наоборот, увеличивать, то есть в том числе и социальные строки бюджета. Естественно, без внимания не обойдется вопросы, связанные с дорожной инфраструктурой города Кирова и с вопросами благоустройства и озеленения. Какой бы тугой, какой бы слабый и тугой бюджет ни был, мы не можем запустить город, мы не можем оставить город без дорожной инфраструктуры и не можем оставить город утопающим в серости и в грязи. Соответственно, мы будем выступать за свои инициативы, будем их предлагать в рамках бюджетных слушаний. Вы имеете в виду? Я имею в виду фракцию «Справедливая Россия». С коммунистами контакт? У нас контакт с оппозиционными фракциями, естественно, всегда есть, но по многим позициям мы все-таки даже там расходимся. Расходитесь, все-таки бывает такое. Бывает. Хорошо, сейчас логично перейти к теме дорог, коли уж мы об этом упомянули. На днях появился, текст, это ваш текст, да, написанный? Но я имею в виду, вы проанализировали просто, сколько платится всевозможных сборов, и потом эти деньги расходуются на дороге. Вот вы говорите о том, что как-то несправедливо жители города Кирова, автомобилисты, автолюбители платят львиную долю всех этих расходов, это и акцизы, и транспортный налог, и так далее. А получает областной центр на строительство и ремонт дорог сколько? В этом году, в 2016 году, было выделено 3,3 миллиона рублей. 3,3 миллиона рублей. В следующем году запланировано 4,4 миллиона рублей. Вы представляете, что такое 4 миллиона рублей для дорожной инфраструктуры? Вы написали письмо временно исполняющего губернатора, видимо, ждете сейчас ответ. Почему эта тема вообще заинтересовала меня сейчас? Вы знаете, такое письмо, примерно с точно таким же текстом содержания, я написал и предыдущему руководителю региона Никите Белых, но это было в 2015 году. То есть я точно так же говорил о несправедливости перераспределения дорожных средств,
точно так же говорил о том, что город Киров платит в фонд, в областной дорожный фонд более 1/3 от всех поступлений. И считаю, до сих пор убежден, что несправедливо, что кировчане не получают часть этих средств назад. Мы должны точно так же, как и районы Кировской области, строить дорожную инфраструктуру, укладывать тротуары, подводить освещение и так далее. Но мы, к сожалению, на свой бюджет, на свой скудный бюджет не можем себе позволить качественный и капитальный ремонт. Предыдущий-то глава региона, простите, ответил на это? Точно такой же был ответ, что денег нет. В бюджете, скажем так, запланировано недостаточно. Ваш вопрос будет рассмотрен при бюджетном рассмотрении на 2016 год. Угу. На 2016 год. Как мы видим, в 2016 году ситуация не изменилась. И я очень опасаюсь, что и в 2017 году ситуация не изменится. Поэтому я буду продолжать поднимать этот вопрос. Считаю, что в том числе один из важных моментов, когда кировчане платят штрафы за камеры фото-видеофиксации в областной дорожный фонд. И была некая договоренность о том, что 50% будет оставаться в Кирове, потому что камеры расположены только в Кирове. Ну, не только, Алексей, безусловно. Несколько, вы же ездите по несколько области, единиц, знаете, да, они есть в области. Но, тем не менее, большинство, львиная доля этих камер установлены в городе Кирове. Соответственно, кировчане платят по этим штрафам. Так вот, была некая договоренность о том, что 50% этих штрафов переходило в бюджет города Кирова. Но, к сожалению, уже не обязательно два на дороге ведь. Нет, исключительно в дорожный фонд. Исключительно на дорожное хозяйство. Просто сейчас я не понимаю эту ситуацию. Штрафы они не только на дороге идут. Штрафы идут исключительно на дороге. Да ладно. Они Не так давно у нас, по-моему, в эфире звучала эта информация, что не только. Они пополняют областной дорожный фонд. Угу. Областной дорожный фонд. И по уставу, по нормативным документам областного дорожного фонда, эти средства могут использоваться исключительно на дорожно-строительную и обслуживающую деятельность. Но, к сожалению, уже не первый год подряд из дорожного фонда средства изымаются на другие нужды, вот в том числе на выплату зарплат бюджетникам. Естественно, тоже очень важный и нужный вопрос, но тем не менее. Сколько? 6 с лишним миллиардов? 4. 4. 4 миллиарда рублей. Объем средств, да, дорожного фонда. Напомню, что это Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы. Реклама у нас сейчас в середине часа, и скоро мы вернемся. Продолжается особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Не хотел... Вернее, уже не думал, что вернемся к областному бюджету, но, видимо, вернемся. Хотелось, чтобы вы, Алексей, тоже прокомментировали это. Я имею в виду линия на то, чтобы сделать бюджет бездефицитным, и вот это решение об отменах всевозможных доплат, выплат, ликвидации единовременной выплаты 5000 рублей при увеличении знака «Педагогическая слава». Ведь глава региона лично вручает эти награды, да? Педагогам. Интересно, как вы глаза будут смотреть? Вы знаете, вот по этим инициативам об отмене вот этих небольших льгот для заслуженных и уважаемых в Кировской области людей, я считаю, что эта инициатива неправильна. Только с той точки зрения, что таким образом областная власть подложила сама себе социальную бомбу. Ну вот зачем экономить несколько, ну, десятков миллионов рублей? А точная сумма ведь она не называлась. Да никто не знает. Никто не знает эту точную цифру. Я слышал лишь о том, что это всего лишь несколько десятков миллионов рублей. Сэкономив несколько десятков миллионов рублей, мы получаем социальное недовольство и негодование среди уважаемых и авторитетных персон, так называемых ломов, лидеров общественного мнения. Угу. И власть вот такой инициативой, она может сама спровоцировать, скажем так, вот это недовольство. И я не знаю. Недовольство-то уже есть. Безусловно. Недовольство уже есть. И мы слышим и обратную связь держим, мы слышим от наших избирателей, какое возмущение это вызвало, особенно в районах Кировской области. Если в городе Кирове еще как-то это замалчивается, то в районах-то идет открытый шум по этому поводу. Поэтому я не думаю, что стоило экономить на этих позициях несколько десятков миллионов рублей, когда можно сэкономить в том числе на административных расходах. Вот моя инициатива... На себя собственная. Моя в том числе инициатива, и мы в партии ее часто обсуждаем. Это инициатива существенного и кардинального сокращения административных расходов.
У нас в Кировской области есть система, так называемая система двоеглавия, когда есть и глава района, и глава администрации района. Это два человека, которые имеют очень схожий функционал, очень схожи, имеют очень схожую степень ответственности. И, видимо, и похожую и неплохую зарплату. И похожую неплохую зарплату. И похожий, самое страшное, что похожий уровень расходов на содержание аппаратов, что главы администрации, что главы района. И самое интересное, что вот эта расплывчатость функционалей и в ответственности позволяет им обоим перекладывать ответственность друг на друга. То есть мы говорим о том, что эффективность такого взаимодействия и такого управления на местах, она, мягко говоря, вызывает сомнения. А это во-первых. А во-вторых, расходы на такой двуглавый аппарат, мне кажется, они чрезмерны. Мы могли бы сэкономить несколько сотен миллионов рублей на административные расходы, связанные вот с обеспечением деятельности вот этих двух глав, ликвидировав систему двоеглавия. Если не ошибаюсь, ну, эта инициатива обсуждалась, в том числе и конечно, на уровне заксобрания, да. По-моему, там цифра 300 миллионов озвучена. Несколько сотен миллионов, все верно, да. Да, если ликвидировать эту систему. А как насчет урезания расходов на поддержку малого бизнеса? Тоже о чем уже сообщено. Региональная казна в следующем году на развитие предпринимательства готова направить только 63 миллиона рублей. Вместо, например, 170, которые есть в этом году. Но, на самом деле, не все предприниматели это как беду восприняли. Некоторые из них говорят, да ладно, мы тут продержимся, лишь бы вы нас не контролируете. Вот то, о чем вы говорили, да, в самом начале. И все-таки, такое уменьшение, оно существенно образом скажется? Вы знаете, я не так давно пытался изучить список получателей вот этих субсидий на поддержку малого предпринимательства. И вы знаете, обнаружил среди них большое число известных фирм, Которых нельзя назвать малыми. Которых нельзя назвать, во-первых, малыми, которые являются, ну, в какой-то мере дочками неких крупных компаний, и которые являются, скажем так, техническими получателями этих субсидий. И вот таких компаний в этом списке, как мне кажется, это мое личное мнение, большинство. И мне кажется, сокращение вот этой строки расходов на поддержку малого предпринимательства не ударить по малому бизнесу, потому что получателям малого бизнеса здесь никто не касается в этой строке расходов. Это мое мнение. Мне кажется, что субсидировать и помогать малому бизнесу нужно не сколько деньгами, сколько какими-то другими средствами и рычагами, в том числе сокращением вот этих инспекционных проверок, сокращением гнета административного и увеличением неких бонусов и преференций, но никак не деньгами. Понятно. Ну и тоже темы, которые довольно активно обсуждаются в последнее время, они вечные, по-моему, по крайней мере, пока. Это стрелки часов, то, по какому времени нам жить, по московскому или Москва плюс один, ну и название нашего города. С подачи, опять же, временно исполняющего обязанности губернатора это все начало обсуждаться. Он сказал, напомню, не так давно, что он считает, что кировчанам следует задуматься об этом. Следует, Алексей? Вы знаете, ну, начинается либо о часах, либо о названии города. Ну, о переводе стрелок вперед или назад у этой инициативы есть и финансовое, и техническое обоснование, что касается, скажем так, это в основном касается освещения и расходов на электроэнергию, на отопление там и так далее. Может быть, какой-то резон в переводе стрелок часов и есть, и я считаю, что и многие даже с этим согласны. Что касается переименования города, то мне кажется, что в условиях, когда бюджет областной находится, можно сказать, в шаге от пропасти, в шаге от пропасти, а городской бюджет в таком же состоянии, то обсуждение переименования города, мне кажется, оно сейчас излишнее, и оно эмоционально может подорвать вообще настроение в обществе. Сейчас и так общество надломлено в связи с кризисными явлениями и в экономике,
и политическая ситуация в Кировской области далека от идеальной. И предлагать вот такие спорные инициативы, мне кажется, сейчас как минимум неуместно. Ну, возможно, какое-то время спустя. Возможно, какое-то время. В совершенно других условиях, да, эта инициатива имеет место быть. Не буду выражать свое отношение Киров или Вятка или Хлынов, но мне кажется, просто сама постановка вопроса пока на сегодняшний день, мне кажется, неуместна. Еще одно событие областного масштаба, о котором стало известно накануне. После многих и долгих месяцев обсуждения этой темы было решено. Тема, я имею в виду, строительство нового полигона ТБО для города Кирова в Слободском районе в деревне Осинцы. Вот накануне руководитель областного правительства дал распоряжение подыскать новый полигон. Стройка там была еще заморожена в апреле этого года. По словам заместителя председателя правительства Кировской области Максима Кочеткова, сейчас вот в спешном порядке и документация будет готовиться, и место подыскиваться, потому что полигон твердых бытовых отходов в Костино, он должен прекратить существование, ну, то есть он изжил себя, он уже переполнен в декабре этого года. Вот это решение областных властей, это что, победа местных жителей, они выходили много раз, да? Победа каких-то политических сил, победа Общероссийского народного фронта, который вступался за этих бедных жителей, победа здравого смысла. И что это меняет? Полигон все равно необходим. Вот и у меня такой же возникает вопрос. Ситуация весьма двоякая. Я бы не назвал вот эту ситуацию победой кого-либо, и уж тем более какой-то политической победой. Не было там никакого политического влияния на эту ситуацию. Был лишь, скажем так, эмоциональный фон, созданный в том числе жителей вот этого населенного пункта, и их абсолютно можно понять. Вокруг твоего населенного пункта, где ты строишь дом, где ты воспитываешь семью, растишь детей, может появиться свалка бытовых отходов. Естественно, это никому не понравится, естественно, это будет вызывать вопросы, опасения и нарекания. И, безусловно, с этой точки зрения жителей Осинцов я поддерживаю, и та инициатива, которая исходила из их уст, она поддерживается и нашей политической силой в том числе. Что касается ситуации со свалкой, то вот это действительно проблема. Костино переполнено. Вывозить мусор города Кирова в 2017 году уже может стать некуда и негде. И решать вопрос с экстренным поиском другой альтернативной площадки, мне кажется, достаточно опасно, потому что в 2017 году может возникнуть мусорный коллапс. Мы смотрим новости, вы видели, как бастуют мусорщики в Италии, например. И что происходит с городской средой, когда мусор не вывозится. И здесь ситуация ведь может повториться такая же. Мусор будет просто некуда вывозить. Можно хотя бы представить себе новогодние праздники, когда на некоторое время коммунальные службы, я имею в виду те, кто вывозят мусор, почему-то не работают, ну, вот несколько дней, все. Да. Поэтому ситуация опасна. Что касается самого этого проекта Осинцы, то, насколько я знаю, там некий экономический спор, там вопрос по земле возникал, потому что собственность... Руководитель САХ говорил, что это их собственность. Это собственность САХа, и после ухода из жизни руководителей и одного из совладельцев САХ вопрос подвис в воздухе. Может быть, поэтому в том числе было принято такое решение о поиске альтернативной площадки. Ну, мне кажется, этот вопрос надо немедленно решать и предложить все административные рычаги областной и городской власти для того, чтобы помочь предприятию решить вопрос с этой площадки, иначе город может столкнуться с коллапсом и ЧП. Алексей, коль минута остается, мне хочется, чтобы вы все-таки прокомментировали эти вещи, но вам же наверняка интересно, как там Владимир Васильевич Чубыков поживает, СВЗС, да, в роли председателя. Просто интересные вещи прозвучали тут на брифинге, брифинг спикера ВЗС был. Он сказал, что монополия, это наши новостники написали по итогам этой беседы. Монополия «Единой России» — это позитивный момент. Когда есть единомышленники, и они решают задачи, которые стоят перед регионом, наверное, это плюс. Каких-то больших минусов я не вижу. Хорошо, плохо. Вы знаете, в экономике и в политике слово «монополия» — это
всегда плохо. Негативный оттенок. Это всегда негативный оттенок имеет. Поэтому монополия власти в одном конкретном регионе, или в данном случае в областном парламенте, это тоже плохо. И как и в первом вопросе, в ответе на первый вопрос, подчеркну, что у оппозиции точно такие же есть избиратели. И этих избирателей несколько тысяч. И игнорировать мнение избирателей, несколько тысяч жителей города Кирова или Кировской области, я считаю, неправильно и возмутительно. А оппозиция, говорит он, недостаточно профессионально, чтобы возглавить комитет в областном заксобрании. Это личное мнение это по поводу Владимира того, Васильевича. Никто из оппозиционеров не получил руководящую. Это личное мнение Владимира Васильевича, я с этим мнением не согласен. Хорошо, на этом завершается, истекает наше время, завершается программа «Особое мнение». Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы. До новых встреч, обычно говорю я в конце программы. Спасибо. Спасибо, удачи.